Зачем Кавендишу изображать разбойные нападения Каманчей? И знать бы еще, что такое мой брат нашел в этой пустыне. Он хочет, чтобы все думали, это Каманчи нарушили договор. Глубокая мысль. Спасибо. Оу. Что? Конь мертвый. Это я вижу. Дальше что? Мы заблудились? Так и знал. Идем за конем. Чья была идея? С дохлой лошадью не больно поболтаешь. А впрочем, дай-ка я. Простите, а не подскажете, в каком направлении нам двигаться дальше? Что-что? Молчит! Потрясающе. Теперь Кавендиш где-то там проделывает бог знает что с Ребеккой и Дэнни, а я пропадаю в пустыне с тобой и этой дурацкой птицей!